Привет. Сегодня первый день весны, 1 марта. Я уже купила приму. Прима называется цветочек. Еще надо немного только высадить, никак не могу. Весна. Цены на некоторые продукты. Я уже была в магазине и немного себе прикупила. 6 бутылок 2,70 и вода по 2 литра, 6 бутылок 2,22. Я чеку пойду. Шпинат замороженный на суп 750 грамм 89 центов. Лумпия. Я приготовлю здесь 2 лумпии 79 центов. Яблоки. Ну, здесь видно. 876 грамм. 1 евро 13 килограмм. И стоит 1 евро 13 центов. Все это вышло. Килограмм 1,29. Эмменталь. Сыр. 150 грамм. 85 центов. Легюм депотаж. Это смесь свежих овощей на суп. 59 центов. Кондор блю пюре. Вот такая курица замороженная. Здесь 500 грамм. 2,49. Так, вот это мороженое. 3 штуки. Раз, 99 центов. Красная рыба копченая 200 грамм 3,19. Она подорожала. Так, блины. У нас масленица на будущей неделе только будет. Блины я купила. Они стоят 10 штук 1,59. Зеленый горошек. Ой. 400 грамм 49 центов. Спагетти 500 грамм 33 цента. Крем фреш, ну такой крем, бомбочка 99 центов. Картошка, вот эта картошка Никола, картофель, и пюре из него не сделаешь, ее жарить надо, но очень вкусно. 2,5 килограмма 1,79. Лук 2 килограмма 1,19. Соус клумпи агридус, такой там перец, такой круче 79 центов 490 грамм. Сыр Рольда фромаж 1,19. Так, на спагетти у меня соус без мяса. Пятьдесят 59 центов. Что там проехал? Лимоны. Лимончики. Сколько там? 3 лимона. 69 центов брокколи. Это она не очень, не выбрала я ее. 89 центов персики. Демипеш 820 грамм 1,19. Конфеты меланж. Смесь 1,69. И две баночки натурального тунца по 200 грамм 99 центов. И все это вышло у меня 32 евро 42 цента. То есть, что я буду готовить? Я сейчас за мясом в другой магазин отправлюсь. Значит, у меня кроме этого будет, наверное, спагетти на неделю. Персики с тунцом, с майонезом. Другое блюдо. Ну, чтобы поменять курицу, я взяла
Вот такой комбо люблю. Это значит белое мясо, и внутри там сыр и колбаса. Колбаса копченая. Вот раз, два, три блюда. Блины будут во вторник на масленицу, ну это на день. И вот эти овощи на суп. Эти и эти. Вот. А это покупки из бельгийского магазина Авеф. Там все для сада, огорода, дома, цветочки всякие. Удобрения для цитрусовых. 6.30. Удобрения для растений оранжереи. 6.90. Вот, плант оранжерей. Топифрес. Анка трава. Топифрес, я не знаю, что это такое. И где это взял один. 115 грамм. Конфеты ему взял. Взял конфеты. 1 евро. 90-80 центов, и, видимо, их в карман положил. Укроп я взяла. 1,20. И корм, еду для кошки Рояль Канин, где 400 грамм и 400 грамм бесплатно, 800 грамм 5,90. Скидку на что-то нам дали. 59 центов и за все заплатила. Вот, пожалуйста, 21 евро 51 цент.